Постепенное улучшение ситуации с COVID-19 позволяет многим культурным и туристическим заведениям распахивать свои двери для гостей. Однако пока в этой сфере по-прежнему имеется немало ограничений, связанных с групповыми активностями и экскурсиями. Тем не менее, Агентство развития туризма и информации Даугавпилса совместно с Туристическим информационным центром Красловского края и Агентством Даугавпилского края ТАКа постоянно работает над развитием локального туристического предложения. В Даугавпилском центре информации и туризма работают специалисты, которые могут помочь как в вопросах отдыха в черте города, так и за его пределами. В Центр туристической информации Даугавпилса обращаются и жители нашего города, и гости города за информацией прежде всего о Даугавпилсе, но также спрашивают о предложении Даугавпилского края. Это природные объекты, это различные водные маршруты, это предложение природного парка Даугавослоки. Также в нашем центре можно приобрести разные сувениры с символикой Даугавпилса. Из новинок этого сезона – интересный пешеходный маршрут по Случевским оврагам, который был недавно открыт на территории живописного природного парка Даугавослоки. В свою очередь водные сплавы по Даугаве сейчас предлагают и городские, и краевые коммерсанты. В Даугавпилсе такую возможность предоставляет один из победителей программы грантов самоуправления «Импульс», который дополнил свой флот красивым развлекательным судном «Six Parnis». С приходом лета стали доступны и водные маршруты из Краславы. Причалы для таких путешествий уже подготовлены. Сейчас очень актуальны маршруты по воде, пешие маршруты, а также веломаршруты. Например, недавно у нас была открыта новая природная тропа, тропа по Слутерским оврагам, где каждый может прогуляться, посмотреть на красоты Даугавы. Если вам нужна какая-либо информация, которая связана со сплавом по воде, тогда смело можете обращаться в Даугавпилский туристический информационный центр. Мы вам поможем. Параллельно с этим Агентство развития туризма и информации Даугавпилса разрабатывает новые вкусные сувениры, которые понравятся как гостям, так и местным сладкоежкам. Например, крафтовый шоколад с символикой Даугавпилса, приуроченный к празднику города, также от победителя программы «Импульс». Подготавливаются и новые флажки и футболки с атрибутикой Даугавпилса. Между тем, специалисты туризма напоминают о действующей акции «Даугава Вену», которая проходит с 1 мая по 31 октября этого года. Ее общий призовой фонд составляет 2500 евро, а для участия нужно всего лишь получить туристический пас и в сумме посетить 15 объектов в городе Даугавпилском и Красловском крае. Подробнее об этом и других предложениях можно узнать на портале visitdaugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.